Всем привет! Сегодня мы рассмотрим балочку трехрядной линейки 79-3. У нас аббревиатура на сайте. Значит, данная позиция, она идет даже четырехрядная, но идет в той же линейке. Значит, балка дальнего света. Имеется вот такой конец для врезки. Проводка, если нужна, она идет у нас в разделе аксессуары отдельно, потому что китайцы ее поставляют отдельно. Балка идет на диодах Philips с хорошей светоотдачей. Размеру сейчас вернемся. Значит, болтики, винтики прилагаются, и вот такой крепеж идет. Такая вот площадочка, она фиксируется сюда на два болтика. Вы можете регулировать его высоты. Площадка тонкая, что позволяет, то есть, с минимальным зазором ее установить, балочку. Ну, размеры давайте обмерим. Значит, высота балки составляет 8 сантиметров. Сейчас. Глубина. 6,5 сантиметров. Длина. Без 1-2 миллиметров. 10 сантиметров. В принципе, все размеры достоверны, на сайте представлены точно. Ну а дальше мы вам покажем, как балка светит ночью. Балка дальнего света на 24 ватта. Доворот 200 метров.